Уважаемые земляки, я считаю своим долгом выразить свое мнение о тех событиях, которые происходят на юге нашей страны. Только что выступил президент. Он все четко и ясно рассказал, что, собственно говоря, происходит. Ситуация сложная. Вы знаете, что против нас воюет руками украинцев больше 30 стран. Тяжелейшие на фронте, если можно так сказать, тяжелейшие ситуации. И в это время мы получаем удар в спину. По-другому это назвать нельзя. А правильно это назвал президент. Это предательство. Самое настоящее. В этой ситуации нам и руководителям, и простым людям нужно сплотиться. Сплотиться и поддержать свою армию, своего президента. В нашей области спокойная обстановка, управляемая. Она контролируется и федеральными структурами, и региональными структурами. Люди спокойно работают, каждый на своем месте делает все, чтобы победа была за нами.